Лучей добра, друзья, с вами Волкофрения. Сегодня мы посмотрим билд Оверсира в deep.io. Поехали, ребята. Очень один из самых, наверное, интересных билдов называется Оверсир. Он идет через снайпера, то есть в него вкачиваться надо через кемпедриста. И потом, после снайпера, нам надо будет взять не ассасина, как мы привыкли, да, там в билде снайпера, а взять именно Оверсира. И все кардинально у нас поменяется в тот момент, потому что мы не сможем теперь стрелять шариками. Но мы все это увидим. Все это увидим, ребята. У нас не будет шариков, у нас будут треугольнички, которыми мы будем управлять, они будут летать и всех ягашить просто. И пошить, и так далее. Это будет здорово, потому что дамаг у них серьезный, но прокачка до оверсира, она тяжела. Тяжела на самом деле, но мы сможем, я думаю. У нас все получится. Где наша не пропадала, согласитесь. Мы сделаем, порвем всех и сервак, всех порвем. Правда, тут уже ребята вкачанные, тут нормально уже. Видите с обновлением, что у нас теперь не киллы считаются, а очки, общее количество очков. Берем снайпера, великолепно уже качнулись. Берем снайпера, берем пенетру, берем дэмэдж. И пробиваем. Ромбики, фармим ромбики. Давай, вот так. Хорошо. Берем Health Regen, потому что тут много-много очень людей. Мне много танков здесь ездит и шмаляет. Я не знаю, почему так происходит. Вообще, я что-то юмора не понимаю, если честно. Все хотят фармить, все лезут что-то. Тю. Давай, нападай. Тут уже центр галактики. Я понял, почему. Здесь все фармят, потому что здесь лобное место. Здесь много ромбиков. Все хотят их заполучить. И много-много очень танков, и много стрельбы происходит здесь. Bullet speed вкачиваем. Что-то здесь вообще жесть. Надо уходить отсюда, потому что мы можем очень быстро откинуться. Я так думаю. Уходим. Тут суки всякие, тут какие-то летают непонятные, да? Шмаляют просто как из рога изобилия. Вот, давайте минуснем. Ну, где? Вот так, на ход, еще. Нет, на ход. На, попал же. Ну, попал, блин, пенетры не хватило. Ладно, нормально, все, пока. Там дестройер серьезный вообще. Настроен просто с таким огромным снарядом. Ага, получил чуть-чуть люльца. Так, пенетру вкачали по максимуму. Теперь нам надо скорость снаряда вкачивать и перезарядочку. Перезарядка нам пригодится, потому что... Это что за жесть была? Это что было за жесть? А мы были близки. Мы были очень близки, потому что уже вроде так неплохо раскачались на ромбиках. Да. Ну ничего, ребята, ничего. Где наша не пропадала? А мы потихонечку качаемся с нуля. Это нормально умирать в deep.io. Это абсолютно хорошая практика. Health Regen вкачиваем по полной. Видим ромбики. Хотим ромбики забрать, мы будем их забирать. Сука! Сучка, отобрал мой ромбик! Да что ты по мне-то стреляешь, дудик ты? Что ты по мне стреляешь, а? По нему стреляй, за него больше дадут. Тут Василий просто Петрович, блин. Как же они надоели, эти левашматы, честно. Как же надоели эти левашматы. Фух. Так, давайте, поехали. В лес за орехами. Берем bullet damage. Берем треугольнички. Фармим. Нам надо много, больше. Больше опыта. Что такое-то здесь происходит? Я не понимаю. Уходим. Они везде. Мне кажется, здесь просто везде, реально. Везде эти танки бесявые. Так они просто меня наягивают. Так, пенетру, дэмэдж. Оп. Ну вот и забрал все, конечно. Отобрал у меня все. Здесь стреляю. Да что же такое-то происходит, я не понимаю. Я хочу просто спокойной жизни. Я хочу жить, я хочу фармить аккуратненько. Чего такое-то? В чем проблема?
Так, я уже начинаю подгорать, я предлагаю сменить сервер. А то просто зашквариваюсь. Здесь еще жестче, по-моему. А, это тот же сервер. Тот же сервачок. Не, давайте сменим, мне нравится. Мне здесь есть какой-то негатив от людей идет. Просто негатив. Вот, нормальный сервачок. Ездим, ездим. Забираем. Хорошо. Пенетру, дэмэдж, пенетру, дэмэдж. Оп-оп-оп-оп-оп. По очереди качаем, чтобы снаряды наши пролетали. Несколько сразу там фигурок забирали. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, пенетра, дэмэдж, пенетра, дэмэдж. Так, хорошо. Вот это нормально, сразу быстрый фарм получается у нас довольно-таки. Хелс реген обязательно сделаем, чтобы регенили жизни наши. Ты что, уже там дестройер? Ой, этот серьезный парень, да? Атаку вот, не отдадим, не отдадим. Это наш был многоугольник. Опа! Великолепно, спасибо тебе большое. Спасибо огромное за фрикил. Фрикил — это очень здорово. Всегда приятно, много опыта, тем более такого дядю завалить. И мы все, качнули снайпера, в снайпера, ребята. Я напоминаю, что через снайпера мы пойдем в оверстира. И сейчас снайперам самое тяжелое остается, это фармить, и чтобы нас не убивали, потому что мы становимся медленнее, снаряды у нас летят медленнее. Понимаете, да? Все тяжело, мы вялые. Но что делать, что делать? Хотя бы обзор увеличился, и то хорошо. Давай! Все, там парень, наверное, загнется сам. Эх, как же вы мансуете, это молодцы. Молодцы. У нас есть шанс. Есть. Тихо-тихо, уходим. Уходим. Тихо. Тихо. Фух-фух-фух, все, уходим, уходим, ребята. Уходим аккуратно. Отстреливаем. По одному всех, нам нельзя сближаться, мы снайперы, нам надо стрелять издалека. Блин, не смогли попасть, забрать пятиугольник наш родненький. Это печалька. Так, продолжаем фармить, продолжаем дэмэдж вкачиваем. На. А куда ты уйдешь, дружище? Та-та-та-та. Все. Там была такая замедленная съемка, я думаю, просто в замедленном действии. Он не хотел умирать, это было видно. Он старался, старался, уходил, но увы и ах. Увы и ах, что я могу больше сказать? Ничего больше не могу. Вот так. Вот так. Минус, хорошо. Фармим. А дальше прокачиваем пенетру. Ой, как здорово, иди сюда. Нет, мы еще не такие крутые, на самом деле. Уходим. Просто уходим. Так, фармим. Фармим. Так, так. Уходим. Здесь что-то жарко становится вообще. Вообще жарко, ребята, если честно. Так, стреляем. Продолжаем фармить. Нам нужны ромбики. Это да, это понятно, что нам нужны ромбики. Вот тут как раз один из ромбиков. Эть, хорошо. Хорошо. Так, что еще? Что еще вкачиваем? Пенитру по максимуму доводим. Все, наш ромбик. Не отдаем ромбики. Нельзя отдавать ромбики. Много опыта, много. Точнее, многоугольники. Не знаю, почему я их ромбиками всегда называю. Не обращайте внимания, ребята. Ну, нравится мне. Нравится мне называть их ромбиками почему-то. Так, давайте вот так вот. Пиу, пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Двоих замес здесь, ребята. Мы продолжаем искать многоугольнички. Хорошо, очень хорошо. Мы ищем их и находим. И много их. Это очень... Это что тут за... Сеятель. На, там, просто зажали с двух сторон. Пацана, бедный парень. Уходим, уходим. Здесь тоже что-то как-то енот какой-то ползает. Так, bullet speed. Хорошо, хорошо. Фармим. Аккуратно. Тиу. Просто ваншотаем первые танки, но это абсолютно нормально. И этого тоже мы ваншотнем. Тут вообще нормальный снайпер. Ассасин, видимо, самый последний.
Так, уходим здесь. Трещотки всякие, да, поливают свинцом. Бывает, это нормально. Вот так вот, вот так вот туда им заливаем. А, берем ромбик. Если сможем, конечно. Возьми его, если сможешь. Нет, не смог. А вот это вот, парни, можно минуснуть. Давай, давай, давай. Ромбик взяли. Скорость полета снарядов еще увеличили. В принципе, у нас самые необходимые статы вкачаны, это хорошо. Теперь нам надо, главное, докачаться до оверсира. Нам нужен 30-й левел срочно, причем, срочно. Вот, теперь вообще летят они хорошо. Теперь срочно нам нужен оверсир. И мы возьмем свои треугольнички и будем с ними летать. И начнется самая жесть, потому что с ними летать не очень легко. Будем приноравливаться к этому билду. Тише, тише, тише. Вот там нормальный парень, серьезный. Серьезный. Поц, минус. Да-да-да, это, ребята, вот снайпер так и должен работать. Но у нас сегодня билд не снайпера, а сегодня у нас билд оверсира, черт возьми. Оверсир, давай, 29-й левел, давай же, скорее нам. Быстрее, быстрее, быстрее. 30-й левел, Леша хочет оверсира. Ну? Ну давай, убей кого-нибудь. Еще. Все, есть. Оверсир, поехали. Оверсир есть. Значит, Bullet Speed вкачиваем. Хорошо. Все, поехали. Треугольнички со мной. Они здесь. Они едят все. Теперь нам надо быть аккуратным, потому что мы легко убиваемые. Очень легко убиваемые. И мы тоже легко убиваем большинство танков. Блин, опасно, 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 опасно. Ой-ой-ой, там град какой. Град, 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 заливаем. Фух, жесть, 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 жесть. Нам не уйти просто ни от кого. В этом вся фишка. Нам просто ни от кого особо не уйти. Но мы догоняем, хорошо. Хорошо догоняем, перезарядочку возьмем. Может быть, есть смысл, конечно, Max Health прокачать. Но пока давайте так. Пока давайте так, хорошо. Так. Просто они же у нас треугольнички тоже херятся, они собой убивают. И поэтому тут релоад тоже нужна перезарядочка, чтобы быстрее они у нас вылетали из нас. И надо быстрее качаться к оверсиру максимального уровня. То есть к 40-му там левелу, 44-му или какой там, я уж не помню. Ну давай, родной, мы влетели, давайте фармить треугольничками все фигурки здесь. Просто стоим. Просто стоим и фармим. И ничего не делаем. Че там, где? Кто? Где кто тут? А? Та-та-та. Та-та-та-та-та. Да, по нам больно дамаг проходит тоже, видите, да? Ну, хорошо, реген ХП, конечно, спасает. Аккуратненько, ребята, нам надо дотерпеть. Дотерпеть просто. Дотерпеть. Вот-вот-вот-вот, видите, как хорошо забираем? Вот, великолепно забираем просто. Поэтому нужно релоад обязательно. Так, забираем. Бедный малыш. Да вы, ладно тебе, не кипишуй. Заново риснешься. И, так, сколько у нас уже? 12 тысяч очков. Скоро мы уже появимся, наверное, в таблице лидеров. Если, конечно, не откинемся сейчас. Если кто-то нас не опрокинет. Надеюсь, все получится. Но мне нужен супер оверсир. Мне нужен максимальный оверсир, максимальный левел. Это прям срочно, срочно нужен, если честно. Потому что мы пока не защищенные, очень не защищенные. И вот так вот, так вот, вот видите, как здорово. Дамаг серьезный, дамаг серьезный. Хорошо, летаем. 37-й левел. Чуть-чуть осталось, ребят, совсем чуть-чуть. 38-й сейчас будет. Давайте, 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 давайте. Фармим аккуратно, особо в замесы не лезем. Фармим аккуратно. Все. Ой, так. Вот-вот-вот, видите, какой, как они треугольники летят. Вот, минус, все, сделали минус и красавцы. Просто красавцы, что еще сказать. Ты что, серьезно? Ты серьезно? Ты хочешь испытать мощь мою? Мощь треугольников? Минус! Релоад прокачиваем. Да, действительно, перезарядка нужна. Они быстрее вылетают. Дамаг они получают тоже хороший. И... Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Минус еще. Хорошо,
Ребята, чуть-чуть осталось до оверсира максимального левела. Нам нужно быть аккуратным. Просто великолепно! Оверлорд! Это просто оверлорд. Овер, мать его, лорд. Ну, тебе поехали теперь крошить всех. Мы уже топ-3, ребята. Мы уже топ-3. Оверволк с оверлордом. Билдом оверлорда идет просто крошить всех. Наказывать. И я готов. Я готов к битве. Вот так выглядит билд оверлорда. Вот именно так он. Видите, мы уже 45-й левел и все максимальное. По нам, конечно, дамаг тоже проходит. Надо следить и за нашим танком, и следить за треугольниками. Давай, поехали. Забираем. Минус. Хорошо. Кто там стреляет? Аккуратно. Просто аккуратно. Хорошо. Мы уже в топе, ребята, это здорово. Билд работает, очень круто работает. Посмотрите, просто выносит всех, я не знаю. Это жесть, это просто жесть. Все, поедаем просто всех. Просто поедаем теперь. Нам даже, наверное, не страшны крутые дядьки. Вот мы уже несколько их завалили, крутых дядек. Давайте еще, я хочу их видеть, мне они нужны. Где вы? Где вы, дяденьки? А, дядьки? Вот они, дяденьки, поехали, полетели. Все сожрали. Дяденьку сожрали. Нету, убили дядю. Убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дядю убили. Единственное, кто не хочет сражаться с нами, они, конечно, легко могут уйти. Легко могут смыться от нас, потому что мы неповоротливые, мы просто треугольнички. Вот. И мы уже просто крошим всех подряд. Да. Кто хочет, тот сражается, кто не хочет, тот боится и не сражается. Минус. Топ-2 уже, ребята. Топ-2, черт возьми. И вот этого дядю можно тоже прессануть. Вот так вот мы делаем. Это нечего тут рассыпать свои. Так, где мои треугольнички? Поехали. Ага, Дестройер. Че ты, Дестройер? Че ты? Сыкать на тебе? Че ты? Давай. Ну давай, иди ко мне. Вот тебе и Дестройер. Вот такой вот билд, ребята. Дестройер ваншотит, а оверсир, оверлорд, это тоже здоровский билд с треугольничками, надо летать аккуратно, следите за тем, чтобы по вам не попадали снаряды, и будете всегда в топе. Мы тоже были в топе, нагибали, было здорово, хороший билд, однозначно, пробуйте, не забывайте писать в комментариях о своих билдах, будем их в следующих роликах пробовать тоже. Все, ребята, не забывайте ставить палец вверх, большой палец вверх обязательно ставьте, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем счастливо, лучей добра, с вами был Волкофрения, пока, ребят.